Когда-то этот островок был мирным местом. В монастыре жили сотни монахов. Времена меняются. Теперь тут одни солдаты. Что мне нужно сделать? Перебить всех, выкрасть файлы, а потом убраться оттуда, так? Ну, сперва тебе нужно будет разобраться со снайперами у входа. Чтобы использовать передатчик, мне нужно получить доступ к их системе связи. И если хочешь и дальше со мной кокетничать, перенастрой антенну, а потом спускайся под землю. На словах у тебя все так легко получается, Аня. Так, ну что, продолжаем. Здорово всем, чуваки. Так, 30 патронов. Бы вот этих можно сразу 2х съебашить. Попробовать. Нет, чуть-чуть. Бля, сейчас. Осталось, короче, 4 миссии, нахуй, пиздец, игре этой. Минус 5, да. Бля, тревогу подняли, ебать. Вот этих надо с ракетчиков с первыми. Так, еще один Патрик. Нормально. Обойма ушла вообще не зря. Бля, что-то их дохуя тут вообще, блядь. Еще кто-то бежит, да? Давай, чуть сместимся тогда. Убит. Убит. Бит. Что-то въебало там. Ой, блядь, сколько тут ебать, его. Готов. Готов. Блять, сука, такой вообще трипл хороший был бы. Не повезло. 10 патронов осталось. Ну а тут есть еще кто? Куда провалился нахуй. Блять, сколько их там, ебать. Сука, лазят, дело не по делу, блядь. Да я буду подожду, пока не остановится. Хули, так могу не попасть.
Вот, сука. Бля, попал. 5 патронов осталось. Блядь, не попал, прикинь. Это все нахуй. Там по-прежнему дохуя людей. Да ладно. Ты хочу почуть таблетки. Батарейка полная, можно сохранить потом у входа. Тут надо было не 30 патронов давать, а полтинник. Тогда наверняка. Но все 30 патронов ушли с пользой. Человек 30 убиты точно. Да, вроде все путем пока. Того бы наверху снять. А что у меня по задачам? Нейтрализовать вражеских снайперов. Ну один здесь снайпер стоит. Сука, кто опять сирену включил, не шумел? Можно сейчас патроны пособирать. И снова на горку залезть и разъебать себе оставшиеся. Будет очень, кстати, очень продуманная план. Ну тут же больше снайперов было, ёпта. Или нет? Или ракетчики были? Да? Калаш. Давай-ка я еще раз залезу, нахуй. И еще произведу выстрелу. Еще 16 хочу человек убить, чтобы зайти туда просто к себе домой потом. Сейчас разрешим быстро всех дома. Надеюсь, не меня летело. Блин, хуёво тут без это, без тепловизора-то. Блять, у них все время, блядь, ПНВ, ой, тревога работает.
Хоть нихуя не видно из-за деревьев. А спецов надо убивать. Я простенький. Хуй его знает, убила его, нет. Хуй его знает. Так трудно сказать, что тут есть или нет, блядь. Вроде пока никого не видно. Еще осталось два патрона, еще найти надо две жертвы. Да. Я никого не вижу, турели вижу. Ладно, похуй, пойдем. Я на калаш обменяю тогда и все, все. Сейчас уже можно начинать штурм. Ча пока не видно. Сейчас близко войду, там нахуй появится сразу 10 человек из ниоткуда, блядь. Сегодня должны добить эту игру, короче. Сегодня топим до конца. Завтра у нас другая игра будет. Какая, узнать, когда выложу. Сразу говорить не буду. Будет сюрприз. Будет не то, что я... Ну, я вообще ее не играл, которая следующая будет, но она охуенная. Культовая. Да нахуй тебя пулемет. Да ты ёбнутый, блядь. Да ты чё? Вот. Да, блядь, серьезно. Хуй знает, смотри, если я есть туда. Так, за главными воротами уже стоят контингенты. С ракетой въебать бы туда, вообще заебись было бы. Но она не пробьет, нахуй. Ну можно, в принципе, попробовать, блядь. Дай сюда, блядь, ракету. Попробуем. Интересно мне, блядь. Ворота открылись. Гранату нахуй. Ладно,
Еще один. Все вроде. Поднята ручная граната. Две штуки. Не открывается, не обыскивается. Камера видеонаблюдения, блин. Так, вот это около этих воротничек надо сохраниться. Что у тебя, коллаж, да? Так, ну что, отключить камеры безопасности, где они? Сука, туда надо заходить дальше. Мы здесь сейчас и сейвимся, короче. Передать данные в штаб. Да ну нахуй, неужели я тут всех убил? Ебать, я всех положил, прикинь. Так, здесь где-то должна быть эта хуйня. Так, три. Да, здесь. Бля, там камера, блядь. Так, и следующий находится в том здании. Кого нет на мосте? Да, на том мостике дохуя врагов, ебать. Заебись, поработали на славу. Так, я здесь? Нет, сука, другое здание. Это что ли? А, антенна ебаная, вижу. На нее надо залезать, да? Полезли. Кстати, в 22-м году выйдет Иги Origins. Тоже будем проходить, куплю потом в Steam, когда выйдет. В 22-м году должна выйти. Блять, ну я-то не... Сука. Ладно. Да я-то думал, блядь, что это... На вышке что-то надо сделать. Так, войти в главный храм монастыря. Еще пулемет ебаный нахуй. Хорошо, хоть камеру отключил, мне нахуй орел бы по мне пулемет. Пойдем по веревкам поднимемся. Как цивильные люди. В смысле. Естественно. По веревке съедем, точнее, туда.
Ну, врагов-то уже нету, похуй. Нам надо всех перебить. Ну, вроде нету, надо посмотреть, я ебал. Ага, нету, блядь. Тогда нахуй, тогда тут сохраняюсь. То, что мало ли еще пизды дадут еще. Ну, половинку сняли. Бывает хули. Главное, что не убили. Так, храм вот этот, да? Бля, там еще два шипздика лазит, сука. Уже не лазит. Вроде все. Хуй его знает, ебай. Блять, можно было и на веревке съехать, да? Вот сука. А хуй знает, через главный ворот зайдет, не попробуешь. Балово. Плюс подниматься. По тросику ехать. Ну кто знал, я не в курсе. Вот. Давай, давай, открывайся нам. Да. Самый открывающийся ставни. Где только у китайцев до такого могут додуматься. У нас хуй. Пошел, пошел, пошел. Вот это и сакура, по-моему, дерево розовое, бля. Японское, по идее. Ноги подними, от перила отобьешь, блядь. А, похуй, через это, блядь, да? Опасные. Ну где тут войти-то, блядь? 300 патронов. Затарился как надо я, ну. И гранаток подцелил 3 штуки. Вроде нет никого. А вот она и дверь какая-то.